Юнлинги, пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Это храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил, когда еще были джедаи. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом.
здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Держись там. Да, вместе мы справимся. Ничего не разглядеть, да? Нам надо спускаться, а то лицо отморожу. Эй, Биди. Отлично. Thank you.
Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Thank you.
Нашел что-нибудь? Да? Дай взглянуть. Я тебе... Я слышу. Дай взглянуть.
Мне нужно вернуться к окну, чтобы впустить свет. Ты прав. Та ледяная стена мешает. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Мне нужно вернуться к окну, чтобы впустить свет. Ты прав. Та ледяная стена мешает. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада.
Хорошо, беги. Что это? Из тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер-кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. Хорошая. Работа. Просто тряхнуло. Ничего. Надеюсь, выдержит. Нужно проверить. Пронесло. Зов становится сильней. Поспешим. Такое чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Спасибо.
Это они. Как они нас нашли? Нужно проверить, верно? О, ты что-то нашел? Вон он. Я вижу, как он сияет. Юнлинг обронила это на испытании. Она так боялась провала. Навевает воспоминания.
Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю. Беди! Не подходи! Беди! Верь мне. Это еще не конец, друг мой. Ничего. Ничего, приятель. Время пришло. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок Ордена Джедаев, я чувствую. Нет, это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Как ты, беди один. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, как и ты, друг. И ты ему поможешь, как помогал мне. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. Yeah.
Прощай, мой друг. Твоя память. Ты рискнул ей ради меня. Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс. Шанс есть всегда. Пошли.
Противник может стать следующим. Преследуй джедая. Иначе все будет плохо. Да, он ранен. Скорее покончим с этим. Уничтожить его! Нет. Там, внизу! Сюда! Скорее! Он нас всех убьет! Мы уничтожим тебя! Справишься с этим, беги. Всегда точен. Назови себя. Я тебя поймал. Слабая попытка. Успешная атака. Они разрывают планету на части. Они не следили за нами. Зону прямой видимости. Пусть текой противник. Цель задета. Необходим ремонт. Атака прошла успешно. Бесполезный человек. Внимание! Преследую нарушителя. Системы отказывают. Рядом. Ищу зону прямой видимости. Пустяковый противник. Твои шансы на выживание низки. Очень низки. Мусор. Я прекращу твою жизнь. Стим! Выручи, друг! Назови себя! Нашел что-нибудь? Да. Нерадостно видеть эти кристаллы после всего, что мы пережили.
дверь, познакомься с Биди. Цере, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет, меня заметили. И это еще не все. Они добывают кайбер-кристаллы. Капитан, готовимся к взлету. Не скучаешь там? Пустяковый противник.
Убрать оружие! О вас говорят по всем имперским каналам. Направляют на вас все силы. Вы с Гризом в порядке? Мы залегли на дно, но буря почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать сигнал Богомола? Это работает только, когда они нас не ждут. Есть другая идея. Я взломала их шифрование, искажаю передачи, но уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илум был нашей планетой, Кэл. Напомни им об этом. Необходим ремонт. Как мы можем победить? Сюда, кто-нибудь! Попадание! Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда. Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Сэры, у нас гости. Пусть Крис закроет Богомол. Что? У тебя же империя на хвосте! Парень, ты что, спятил? Доверься мне. Хорошо, закрываем корабль. Иди, нужна помощь. Ты справился. Мы.
Без вас я бы сюда и не попал. На Бракке я мечтал о том, как буду штурмовать Корусант вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Только на Беди можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача – это часть пути. Я это понял. Спасибо. Вам всем. Просто дай знать, когда захочешь лететь. Рошер смотрится здорово, Грис. Знаешь, он, конечно, не первое древо, но глаз радует. Ты здорово поработал с ветвями. Ха, спасибо, парень. Ты молодец. Эй, помнишь тот огромный корабль на Зефо? Вдруг там найдется что-то интересное? Что ж, снова на Датамир. Датамир, да? Я готов к бою. Да. Пора встретить прошлое. А что с тобой, Дрилой? Не знаю, когда я буду готова. Ты знаешь, что поможет тебе исцелиться. И я очень горда тобой. У меня свой путь. Помни, что я всегда готов тебя поддержать. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Все будет хорошо. Сделаем ставки на то, какие ужасы нас ждут. Еще мертвецы, огромные пауки, цветы-убийцы. Все сразу. Не говори так. Или, может, сброд Гаксиона доберется до нас. Вы что, еще на меня злитесь? На своего Гриза? Подожди. Если захочешь пойти со мной, я буду рад. Что? С какой-то стати? Нет, я туда не сунусь. Что тебе нужно, Кэл? Ладно, я пошутил. Ну, я рад, что мой страх перед жуткой смертью от руки ведьмы-зомби тебя веселит. А теперь давай за дело и уберемся отсюда. Ты уже не кажешься напуганным. Это потому, что на минуту я забыл, где мы находимся. Но спасибо большое, что напомнил, Кэл. Обращайся. Ну, как ты держишься, вернувшись сюда и вообще?
Думаю, получится. Кэл, я уверен, что все получится. Спасибо.